Беспилотный летательный аппарат «Охотник» совершил первый совместный полет с истребителем пятого поколения Су-57. Эти кадры распространило сегодня Министерство обороны. Отрабатывалось взаимодействие между беспилотником и самолетом-лидером по расширению радиолокационного поля истребителя и целеуказанию без захода Су-57 в зону условного противодействия ПВО. Первый совместный полет продолжался более 30 минут. Испытания новейшего боевого комплекса проводятся на одном из испытательных аэродромов Минобороны. Беспилотный летательный аппарат «Охотник» оснащен целевой аппаратурой для оптико-электронной, радиотехнической и других видов разведки.